Дагестан, арбитр на ковре. Исрапилов Гасан, Москва, руководитель ковра. Магомед Расул Гадисов, Республика Дагестан. Под руководством Махмуда Магомедова и Магомеда Гусейнова. Его соперник Шамиль Магомедов, мастер спорта международного класса. Борьбой занимается на протяжении 10 лет. Тренируется под руководством Джамала Алиева, Вагима Казиева. Первый тренер Казиев Минажудин. Лучшие спортивные результаты, победитель первенства мира 2021 года. Призеры и победители весовой категории до 57 килограммов, просьба пройти для построения, для награждения. Призеры и победители весовой категории до 57 килограммов просто пройти на главному столику. Thank you.
Борис. Борис, играли, просто Борис. Брайан, не торопись. Спокойно, спокойно. Брайан, спокойно, хавидайчку. Самому глянь. Все время. Хорошо, Дучку. Итак, победителем весовой категории до 65 килограммов становится Шамиль Мамедов, Россия.